В этом третьем видео мы научимся поднимать штангу с помоста вверх на прямые руки за счет амортизационного подседа. Подытожим, чему мы научились в первых двух видео. Это первое и основное, это подбив штанги бедрами. Это еще не амортизационный подсед и не подрыв. Такой двигательный элемент, который помогает в освоении амортизационного подседа и в дальнейшем подрыва. И во втором видео мы начали как бы со старта, самой нулевой точки отсчета в траектории движения штанги. Это со старта, с исходного положения. И также доводили его до подрыва. Теперь нам нужно продолжить это движение и поднимать штангу на прямые руки. Обучение, ну или точнее освоение, я предлагаю начинать не с исходного положения, а выполняя как можно движение как можно короче. То есть так, как мы делали в первом видео, это исходное положение от колен. Исключая более длинные движения, исключая определенные фазы или элементы подъема штанги, мы таким образом исключаем возможность дополнительной помощи за счет вот этих двигательных движений, за счет разгона, за счет придания штанге скорости или дополнительных взрывных качеств использования спортсменом. То есть делаем движение короче и оставляем только те элементы, которые нам действительно необходимы и на которых можно сконцентрировать внимание. И предлагаю я начать освоение это с как можно легким весом, это вот либо с палочки, там бодибар. Там для тяжей подойдет там гриф 15 килограмм. Но суть в том, что нам нужно с этим маленьким весом научиться проводить в данном случае так называемую штангу по той траектории движения, которая нам необходима для того, чтобы в голове начал формироваться такое вот понимание движения, которое требуется. Принимаем исходное положение у колен, дальше делаем подбив, так как мы это делали, то, чему мы научились в первом видео, сделали подбив, дальше можно просто остановиться, продолжать движение, в данном случае не обязательно, и придавая штанги за счет сгибания рук и направляя локти вверх, движение штанги как можно ближе к телу. Концентрировать внимание, прям чтобы она скользила совсем близко к телу, не обязательно. Ну и следить за тем, чтобы она не шла по дуге на прямых руках. Покажу, как это нужно. Делаем подбив и, немножко направив штангу руками, дальше поднимаем по прямому. Да, в дальнейшем можно немного, в итоге, в конце видео, мы будем использовать амортизационный подсед и будем добавлять работу спиной. Потому что в подрыве, подрыв это не только взрывное движение ногами, это еще и работа спиной. В тандеме или там в совокупности. Ну, короче, они работают одновременно за счет взрывного усилия. Можно, принимая исходное положение, сделать подбив и, немного отклонившись чуть-чуть назад, сопроводив штангу, опять же, направив ее как можно ближе к телу, вверх. С
Спина – это очень важный элемент, потому что мышцы спины очень сильные, и те, кто поднимают штангу за счет, ну, при обучении я ребятам так объясняю, за счет подпрыгивания, за счет только усилий мышц ног, они используют, неэффективно используют свои физические ресурсы. Мышцы спины очень сильные, и если их подключать к подрыву, то это даст дополнительные подъемные усилия, подъемные килограммы, увеличение результата в личных достижениях. Дальше начинаем брать штангу чуть потяжелее. Не нужно увеличивать ее сильно, значительно, потому что, особенно при обучении, как вот можно объяснить, вот в гимнастике спортсмены работают со своим телом. Они доводят до совершенства какое-то движение, элементы какие-то, кувырки, перевороты, и этого достаточно. В тяжелоатлетике, к сожалению, можно наработать движение, и оно будет правильным с легким весом, но достаточно будет прибавить 5-10 килограмм, и спортсмен уже не сможет показать тот же самый результат в движении, потому что мышцы не приспособлены. Вот эта вот связка двигательных качеств, переключение одних мышц, перекладывание их с одних звеньев тела на другие, ну, не буду заморачивать, загружать. Так вот, берем штангу чуть потяжелее, это постепенное увеличение веса штанги поможет нам, так как будет вес более тяжелым, поможет нам увеличить работу подбива, так называемого, и работу спиной. И настанет такой вес. Сейчас, ну, я продемонстрирую тут три вида разного веса штанги. Я продемонстрирую, потому что когда мы поднимаем штангу легкую и делая подбив, например, вот сейчас я сейчас сделаю, вот я поднял, сделал подбив, движение, ну, может даже упасть, скорость подъема штанги. Вот я сделал. Дальше я направляю руками и поднимаю вверх. То есть вес сейчас такой, что он не заставляет использовать вот эти все ресурсы, в данном случае спины и подбива, но в дальнейшем с увеличением веса штанги получится такая ситуация, так как спортсмен двигается очень быстро, и то движение, которое я называл и называю подбив, он у вас плавно перетечет в амортизационный подсед. Объясню как и почему. В тот момент, когда вы будете поднимать штангу, и в тот момент, когда будете делать подбив, вы будете продолжать выпрямляться. Потому что скорость подъема будет такая, что вам необходимо будет это сделать для того, чтобы поднимать штангу дальше вверх. Иначе вам просто не хватит ни сил, ни разгона штанги. И в тот момент, когда вы, делая подбив, подведете колени под штангу, вам в этот момент надо будет дальше продолжать выпрямляться. И получится так, что, подведя колени, вы дальше выпрямитесь. И у вас будет получаться уже не подбив, а будет получаться, как я не помню, я объяснял, рассказывал более подробно в первом видео или нет, у вас будет получаться подведение коленей и взрывное выпрямление ног. Выпрямление, не подбив уже штанги, ну, грубо говоря, вперед, а вот именно выпрямление. И это, начиная со второго видео и в этом видео,
В самом начале я вставил медленную съемку спортсменов, где хорошо видно, как они подводят колени под штангу, и дальше за счет взрывного усилия у них получается дополнительное движение вверх. Так вот, беру чуть потяжелее. Вот в зеркало я уже вижу, что вам будет еще лучше видно, что начинает работать спина. И уже подбив становится не просто вперед, а он начинает становиться вот то, о чем я вам и говорил. Начинают подводиться колени, и получается взрывное усилие. Ну, я не обещаю, но если будет время, я сделаю свои же подъемы в медленном движении, и можно будет сравнить с теми видео, которые будут в начале видео. Так вот, здесь уже у нас нет такого явного подбива. Здесь мы начинаем использовать именно вот взрывное движение ногами. И самое важное, я вот обращал внимание, новички, они, делая вот это взрывное движение, они не все выпрямляют ноги. Они, делая подбив, так и остаются вот с такими ногами, не сильно согнутыми. Они их как бы чуть-чуть выпрямляют, но не делают именно взрывного движения. И получается, они раз сделали, и дальше тянут там либо одними руками, либо одной спиной. А нам нужно именно вот подвел ноги, резко выпрямил. Резко выпрямил и так и оставил ноги прямыми. Вот беру совсем большой вес. В принципе, я с ним практически работаю на тренировке. А, не те диски одел. Ну ладно. Ну вот так встану, чтобы было видно. Мы видим, да, как происходит жесткий такой контакт. Но это такая особенность именно этого исходного положения и короткого движения. Тут просто спортсмен вынужден жестко контактировать. В дальнейшем контакт будет не такой жесткий, поэтому и самое главное, некоторые вот, опять же, так как обучаются новички, когда мы принимаем штангу у помоста, суть у нас какая? В чем? Мы плечами накрываем гриф штанги. И они также думают, что принимая исходное положение у колен, они также должны накрывать гриф штанги. Но это положение неверное. Я объясняю всегда, что нужно накрывать грудью. Положение должно быть вот такое. Почему? Потому что когда мы принимаем исходное положение и начинаем вставать со штанги, у нас практически наклон спины не меняется. Меняется, но незначительно. И весь подъем практически до колен у нас и чуть выше колен у нас происходит только за счет ног. И если мы делаем накрыв на старте и выпрямляем ноги, видно, да? Мы, вот, например, сейчас накрыв, да? Для того, чтобы сохранить накрыв, мы должны встать вот так. Правильно? Но мы также не встаем, мы штангу прижимаем как можно ближе к телу. И получается, что когда штанга подходит к подрыву, у нас накрыв получается грудью. Соответственно, когда мы вот
обучаемся или тренируемся, некоторые, когда делают упражнения с вис выше колен, они вот сначала выпрямляются, да, а потом, когда принимают исходное положение, вот так вот садятся с небольшим накрывом. А нам нужно именно, ну как это можно проконтролировать? Мы начинаем наклоняться и чуть-чуть сгибаем ноги для того, чтобы тазом уравновесить и не дать спортсмену, грубо говоря, перевернуться там, потерять равновесие и уйти вперед. Мы наклоняемся и делаем, уравновешиваем таз. Вот исходное положение. Так вот. Движение получается очень взрывным, и спина подключается настолько, потому что если спину не подключить, вот я сейчас попробую не подключить спину, я не смогу поднять. Вот, вот дотянул только до груди и все, не хватает усилий рук. А подключая спину, мы поднимаем. Вот простой пример. Так. И обучившись вот этому короткому движению, лучше не сразу переходить на исходное положение, а отработать, додолбить вот это движение, чтобы оно было практически идеальным. И потом уже начинать подключить подъем с исходным положением, ну, с обычным исходным положением со старта. Потому что, как я уже говорил, при прибавлении веса меняется движение спортсмена. Ему он вынужден привыкать, приучать свои мышцы, свои движения к новому весу. Также и при изменении исходного положения определенного упражнения ему тоже надо, так сказать, привыкать. Ну, пример можно привести, например, выполнив тренировку рывка с виса выше колен, допустим, на там, килограмм 80, вы не сможете взять и потом взять и вырвать те же 80 килограмм рывком классическим. Ну, да, чисто физически вы сможете, но идеально не получится. Вы будете вынуждены вернуться там на 50-40 килограмм, отточить вот это движение, наработать, вспомнить, как бы, что вот этот двигательный навык проснулся, грубо говоря. И постепенно прибавляя вес, да, вы вырвете и 80, там, и может быть больше за счет дополнительных усилий, там, которые вы совершаете за счет разгона ногами. Ну так вот. Покажу с помоста. Это еще не подрыв. Это еще не подрыв, но уже вы штангу поднимаете не под бивом. Вы уже начинаете использовать амортизационный подсед. И не просто вы его обучаетесь ему, а вы используете его в полную силу, в полную меру. Вы выполняете именно то взрывное движение и дополнительное движение, о котором я говорил в первых видео, которое нужно в подрыве. Покажу со взятием на грудь. Делаем от колен. И с помоста. Еще раз обращаю внимание, что это еще не подрыв, но и не тот подбив,
которому мы обучались в первом видео. И, как правило, некоторые могут высказать такое мнение, что вот, ты нас научил неправильному движению, какому-то там подбиву вперед, а теперь ты говоришь совсем все по-другому, ну, про другое движение. Но я вас уверяю, что даже в процессе одной тренировки, там, двухчасовой, когда приходит новичок и вот хочет уйти из зала, умея выполнять подрыв и делая рывок штанги с подрывом, обучая этого человека в один день подбиву и доводя его до подрыва, он запросто переходит, он не думает уже о том, что там, ему надо подбив. Вот выполняя поэтапно вот эти вот движения, он плавно, у него переход от одного подбив, это вспомогательное движение, оно как бы заставляет спортсмена не задуматься, а как. Это просто как сигнал мышцам, как сигнал такой движению, что здесь нужно что-то сделать другое. И вот это вот движение сначала, движение основное, чему спортсмен учится, это дополнительное движение бедрами. А там не важно, это вот подбив это будет там, или может быть тренер там, помимо меня там еще что-нибудь придумает. Ну, в данном случае я рассказываю вот про подбив. Потом, вот как вот в этом видео я объяснил, поднимая штангу дальше вверх, он, не задумываясь, уже начинает выполнять вот это взрывное движение, потому что он вынужден при увеличении веса, и вы сразу это увидите и поймете, что при увеличении веса не получится сделать подбив. Спортсмен вынужден, выполняя вот это дополнительное движение, он, приучившись делать движение вперед бедрами, но выполняя дальше движение штанги вверх, он просто не успевает, как бы выполнив движение вперед, уйти назад. Он вынужден выпрямиться. В этом-то и суть. Получается, мы даже не просто начинаем выполнять другое движение, он просто плавно переходит от половины того, что он уже наработал, в новое движение. Вот и все. Поэтому переключение происходит плавно и незаметно. То же самое, как и в дальнейшем. Это же еще не подрыв. В дальнейшем, когда будут следующие видео, и обучаясь дальше, вы также сможете плавно перейти на выполнение полностью подрыва. Ну, вот и все. А то не буду дальше более подробно вникать. А то по итогам первого видео некоторые пишут там, углубился, заморочился. Короче, движение я показал, что нужно сделать. Кому непонятно, пишите, обращайтесь. Моя электронная почта всегда к вашим услугам. Коротенькие там комментарии мне никогда не трудно, не сложно прокомментировать. Поэтому пишите. Будете получать полноценную информацию. Всего хорошего.